Наконец-то свершилось. Здорово всем, с вами я, Тронимус, и сегодня я сделаю обзор на Бластер Легаси. Let's go! Итак, давайте я вам сначала расскажу, как его получил. В моем городе, где я взял Бластер за очень хорошую цену, которая составляла 2500 рублей, и тогда, когда у меня был день рождения, я решил приобрести мою первую фигурку. Ну тогда давайте перейдем к обзору. Вообще, первые трансформеры с кассетами появились еще в G1. И это были известные нам Soundwave, Blaster. И тогда давайте уже перейдем к самой фигурке. Сначала рассмотрим Altmod. Он сделан прикольно, и это, кстати, радио. Как я это узнал, сзади коробки есть QR-код, который можно отсканировать и перейти на сайт. И там будут все характеристики трансформера, его фигурки, скорость, вооружение, сила, защита и так далее. И давайте его трансформируем. Я, к слову, выучил инструкцию со второго раза. Трансформация бластера сделана из 20 действий из робота в радио. Сейчас я вам это продемонстрирую. Ну вот, наш робомод готов. И тогда давайте его рассмотрим поближе. Трансформер сделан очень качественно. Его рост 18 см. Имеет очень хорошую подвижность в руках. И ногах. Отсек. И в этом отсеке как раз таки и находится наш мини-кон Eject. Eject, он выполнен качественно, сделан из прозрачного пластика. Его действие трансформации состоит из 8 действий.
сказать, чуть не забыл. Аксессуары. Но тут только один аксессуар, и это пушка бластера, которая сделана качественно и хорошо. Интересно, можно ли считать миникона за аксессуар? Так же, как и Soundwave из Bumblebee, где Ravage надо покупать отдельно, чтобы собрать эту банду. Ну, хоть это и мой первый обзор, причем на фигурку, думаю, вам понравится. Но пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте свои большие, в смысле, пальцы вверх, и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!